Шалом, дорогие друзья! Сегодня 11 число месяца Илуль. Алтеребе продолжает поучать и наставлять нас на благотворительность и заповедь Цдака. Он говорит, посредством Цдаки мир очищается от зла. При этом в наше время процесс очищения добра от примесей зла происходит лишь в духовном мире человека. Алам Катан – малый мир. Вы, конечно, спросите, как это происходит. Ответ таков: когда еврей обращается ко Всевышнему с искренней молитвой, тогда Всевышний особенно близок к нему. Поэтому молитва называется шалом, мир, поскольку также при помощи молитвы устанавливается мир и очищение добра от зла. Не только посредством Цдаки, но существует одно но. Происходит так, что после молитвы зло может с легкостью восстановиться вновь, и его влияние наряду с влиянием добра будет находить свое выражение в поступках человека, блуждающего во тьме этого мира. Но если тот помогает беднякам, затрачивая на это значительные духовные усилия, а также если человек относится к благотворительности как к служению и делает над собой усилия давать пожертвования больше, чем к тому располагает его природное чувство сострадания к ближнему, то Всевышний высоко оценивает его поступки, и их положительное влияние на человеческую душу очень велико. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.